эти стихи и мелодии, они удивительно перекликаются. И, конечно, ритм удивительной чистоты и направленности, он сочетается со стихами, и временами ритм, он как бы такое ощущение, как будто он поется. И вот это сочетание, оно позволяет как бы настроиться на эту волну, о чем вот говорит автор этих стихов, постараться почувствовать, как он хотел выразить вот свой настрой, свои ощущения. И вот на этой волне воспринимать и мелодию, и стихи, хотя они так сочетаются, что очень большая помощь вот в этом ощущении всего, этой чистоты и направленности. Мелодия звучит очень вдохновляюще, и вместе с тем ощущается какая-то легкость и радость. Если вот посмотреть на оформление, то вот эта радость, она вот в ярких тонах ощущается. Они, конечно, необычные, потому что вот путь впереди, он как мечта. А какая будет мечта? Какое будет будущее? Мы точно не знаем, но представляем, что все будет замечательно. И вот это оформление, оно как бы говорит об этом, что вот мир будет необычный, но удивительно яркий и радостный, потому что в этом оформлении и солнце, и небо, и цветущие деревья, там все есть в этом будущем светлом мире.